Как строится работа в дипломатической сфере? Как на различных международных площадках доносится информация об Абхазии? Насколько она результативна? О роли российских коллег во всех этих процессах? О том, насколько важна взаимная поддержка наших стран в ситуации, которая происходит сегодня в мире? Об этом в программе «Взаимный интерес» поговорим с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Тания. Как вы работаете с аудиторией на каких-то международных площадках с тем, чтобы донести информацию об Абхазии? Можно ли это считать такой вот дипломатической сферой, которая приносит реальный ощутимый результат в итоге? Ну, я расскажу конкретно про Италию, потому что занимаюсь Италией активно с 2012 года. Ну, мы все знаем, что Абхазия и Италия связаны с историей, да, которая уходит еще во времена Римской империи, позже и в средние века. А в новейшей истории, вот восстановлением утраченных связей с Италией, мы начали активно заниматься в 2012 году при экс-министре иностранных дел Вячеславе Андреевиче Чирикбо. Мы вот с 2012 по 2015 год активно вели работу в основном на уровне общественной дипломатии и цифровой дипломатии через организацию социокультурных мероприятий, в том числе выставок Горной Абхазии, на которые уже вот на выставку мы приглашали, соответственно, и политиков, и журналистов, и экспертов, и там знакомили их с Абхазией через вот такие проекты. То есть это была такая общественная дипломатия. Но в октябре 2017 года нам получилось, благодаря, естественно, личным связям и, конечно же, с помощью посла по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани, официально зарегистрировать юрлицо с наименованием диппредставительства Республики Абхазия в Италии. И вот уже с 2017 года, по сути, мы взяли состав обычного стандартного посольства, убрали оттуда одну строку, которая относится к дипломатическому иммунитету, и, по сути дела, зарегистрировали де-факто посольство Абхазии в Италии. И оно вот с 2017 года работает, там у нас вывеска висит, там висит флаг, и никто его не снимает, да. И вот с того момента мы начали активно уже выстраивать политические контакты, начали выступать на телевидении, писать статьи в газетах, размещать. И в итоге таким образом мы дошли аж до парламента Италии, где 9 февраля 2022 года мы организовали круглый стол на тему права народа Абхазии на самоопределение с участием президента Абхазии, председателя Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абхазийского Конгресса Мусы Хабаевича Икдекова. Ну, у нас были и дальнейшие, и есть дальнейшие планы, но вот, скажем так, работа в этом направлении активно велась. Слегка начало специальной военной операции по понятным причинам поставила на паузу наши дальнейшие планы, но я уверен, после того, как Россия достигнет все поставленные Владимиром Путиным задачи, естественно, и отношения нормализуются между Россией и Европой, и, соответственно, нами и Евросоюзом. И мы продолжим работу в деле вот донесения объективной информации об Абхазии до европейской аудитории. Но я должен сказать, что наша аудитория – это, конечно же, не только политики, да? Это и вообще в целом весь народ. Ведь для того, чтобы в перспективе прийти к установлению дипотношений, сначала надо сделать так, чтобы народ той или иной страны знал и слышал об Абхазии, об абхазах, о нашей культуре, языке и традициях. Это такой естественный процесс. И для того, чтобы как можно больше людей узнали об истории, мы участвуем в разных мероприятиях, в том числе онлайн. Это семинары, вебинары, читаем лекции в университетах. И вот, как вы сказали, вот 11 октября я выступал онлайн с докладом на итальянском языке, который посвятил 30-летию Дня Победы Независимости Республики Абхазия. И рассказал итальянским историкам, аналитикам, журналистам, студентам разных факультетов из разных университетов, которые изучают непосредственно Кавказ и весь регион Причерноморья. Я рассказал им об истории Абхазии, начиная с 92 года, с 14 августа 92 года, то есть с момента начала грузино-абхазской войны. И многие слушатели, они являются действующими преподавателями в разных университетах, действующими аналитиками. Там среди организаторов было 3 аналитических центра Италии, самые активные такие, скажем. И вот кто-то из слушателей впервые вообще услышал абхазскую точку зрения на наш грузино-абхазский конфликт. И на мой взгляд, естественно,
Это очень важно, использовать все возможные ресурсы для аргументированного озвучивания нашей позиции, вот нашей точки зрения, в том числе через такие подобные вот онлайн-форматы. А как вы считаете, вот эти вещи, да, онлайн-форматы, рассказы преподавателям, объяснения нашей точки зрения, насколько все-таки это будет результативно, ну, с учетом того, что сейчас говорить об каких-то контактах с Европой, если там, ну, наверное, не приходится. Может быть, приходится, можно еще говорить там о каких-то культурных, да, о взаимоотношениях. Вот что вы думать, вот какова ваша точка зрения, вот эта работа, она все-таки даст результат? Ну, я скажу, озвучу свое мнение. Я считаю, что если бы абхазские дипломаты в свое время, то есть после победы в грузино-абхазской войне, не озвучивали бы свою позицию, не только абхазские дипломаты, это и наши общественные организации, да, которые на всех возможных площадках озвучивали нашу точку зрения, нашу позицию, наше видение. Я думаю, что и Российская Федерация не пришла бы к такому выводу, что нужно признавать Абхазию. Это длительный процесс. Конкретно в случае с Россией он занял вот время, начиная активно с 94 года, да, по 2008 год. И это наш ближайший сосед и стратегический партнер и союзник. В случае с другими странами это более сложный и с точки зрения человеческих ресурсов и материальных ресурсов, наверное, более даже сложный путь, потому что язык нужно знать, надо общаться напрямую с языком той страны, с которой мы, если говорим про Италию, да, вот с ними надо на итальянском языке говорить. Это долгий путь, дипломатия вообще, это дипломатическая... взаимодействие, выстраивание дипотношений – это очень долгий путь. Но для истории страны какие-то 15, какие-то 20 лет в долгосрочной перспективе они не играют важную такую роль. Это может быть мигом. Поэтому я считаю, что мы должны, во-первых, потому что народ Абхазии все-таки выбрал свой путь, это путь суверенного государства. Да? Мы не имеем морального права сворачивать с этого пути, потому что мы ценой все-таки жертв лучших сынов дочерей Абхазии обрели нашу свободу и суверенитет. И мы обязаны работать в этом направлении для того, чтобы мир узнал больше о нашей культуре, о нашей истории, о том, что есть такой народ абхазы, и у них есть вот такая родина прекрасная. Это долгая работа, долгий путь, но мы должны просто запастись терпением. Рано или поздно мы все равно, это дело времени, мы придем к моменту, когда в обязательном порядке мы станем полноценной частью системы международных отношений. С тем, чтобы об Абхазии больше говорили, больше они знали. Я сейчас даже не говорю о прямом признании, но о каких-то, не знаю, подвижках, да, в отношении Абхазии со стороны остального мира. Вот у нас признало определенное количество стран и как-то вот пока застопорилось. Вот во всех этих процессах какую роль играет Россия, наш стратегический партнер, как вы подчеркнули? И насколько наши дипломаты взаимодействуют с российскими коллегами в этом плане? Ну, российские коллеги, дипломаты чрезвычайно опытные и профессиональные. Вообще российская дипломатическая служба считается, скажем так, одной из эталонных в мире. И по имеющимся у нас договоренностям с Россией, в частности договор от 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве, да, у нас там закреплено, что мы в статье 4, если не ошибаюсь, что у нас скоординированная внешняя политика. И по факту этот договор выполняется. Наши дипломаты в тесном контакте на переговорах и либо... Когда нужно установить новые контакты, российские коллеги нам помогают, всегда и везде идут навстречу и поддерживают мудрым советом, потому что у них все-таки и взаимодействие больше со всеми странами мира, и опыта намного больше. А у нас дипломатия, скажем так, если брать в целом современную историю, она у нас молодая, и поэтому, конечно же, российские коллеги являются серьезным подспорьем в установлении новых контактов и связей.
И вот если брать конкретно дипломатическое взаимодействие наше, да, то на сегодня, конечно, помимо стран, которые признали суверенитет Абхазии, там, ну, тот же Евросоюз, да, дипломатических связей непосредственно с министерствами иностранных дел стран Евросоюза, прямых контактов у нас нет, но у нас есть площадка, это Женевские, международные Женевские дискуссии, где встречаются дипломаты достаточно высокопоставленные, в том числе стран Евросоюза и США. И эта площадка, это очень хорошая площадка, где мы тоже взаимодействуем, общаемся, получаем опыт. И там тоже российские коллеги нам во многом помогают, содействуют и советом помогают, когда нужно. Ну и мы тоже со своей стороны, я должен сказать, что мы тоже со своей стороны в каких-то вопросах, которые в частности касаются Абхазии и Причерноморского региона, мы тоже содействуем российским дипломатам, российским коллегам нашим. Угу. Вот об этом можно чуть подробнее сказать? Что именно может рассказать, да, представить каким-то образом российским дипломатам наша сторона для того, чтобы как-то эффективнее выступать, скажем так, на международной арене вместе, да, сообща? Ну, вы знаете, как бы парадоксально это ни звучало, но сейчас Россия находится приблизительно в такой же ситуации, как, вернее, Россию погрузили в такую же ситуацию, в которой Абхазия находится уже с 93-го года. Да, есть такое ощущение, да. Да, это вот международная блокада, да, вот наша, когда мы были в блокаде, мы не можем под своим флагом нигде выступать, наши спортсмены, там, танцевальные коллективы. То же самое сегодня происходит с Россией, и у нас в этом опыт определенно уже есть. И мы умеем, скажем так, маневрировать. Маневрировать, да. И вот, ну и в принципе, Российская Федерация, к сожалению, да, сегодня ее вот со всех сторон обложили санкциями, она тоже держит удар и тоже находится в приблизительно такой же ситуации. Но я вот должен сказать, что мы когда транслируем абхазскую точку зрения, например, на итальянскую аудиторию, вот выступая на разных конференциях, вебинарах, семинарах, лекциях, мы параллельно и объясняем российскую точку зрения, потому что понятное дело, что мы с Россией связаны, да, мы связаны с ней и политические, и экономические, наши политические судьбы, исторические судьбы связаны. Поэтому мы как-то идем вот вкупе. Мы рассказываем про Абхазию и обязательно рассказываем и российскую точку зрения, объясняем то, что происходит в нашей части мира сегодня, и как мы видим то, что происходит в целом в геополитике. И я должен сказать, что абхазский народ не только на словах поддерживает Россию, российских дипломатов, вообще в целом Россию. Мы на деле продемонстрировали, что мы истинные союзники. Наши ребята, как вы знаете, из пятнашки воюют на фронтах специальной военной операции, там участвуют в восстановлении мирной жизни и общественной жизни, в том числе в новых регионах. Неоднократно Абхазия оказывала и отправляла гуманитарную помощь в новые регионы. Мы там принимали детей и их родителей на реабилитацию и отдых в Абхазии. А кроме того, там я лично с нашим коллегой Вито Гритани, мы принимали участие в референдумах вместе с итальянскими друзьями в качестве международных экспертов электорального процесса и многое-многое другое. Ну, вообще, в целом, считаю, что исходя из наших материальных и человеческих ресурсов, мы сделали и делаем все от нас зависящее, чтобы сложный момент помочь нашему братскому российскому народу. Вот это взаимодействие, сплоченность, насколько она важна, насколько она результативна? Как вот вы считаете? Очень важно, потому что в сложный момент, ну, друг познается в беде, как говорится, да, и вот в сложный момент действительно видно сразу, кто твой друг, а кто, возможно, может быть, не враг, но не друг, не друг, да. И мы в сложный момент подтвердили все то, что, скажем так, наши лидеры, там, наше руководство, все документы, которые мы подписывали, все слова, которые говорили. Мы все это подтвердили в сложный момент и доказали, что абхазское государство – это надежный партнер, надежный союзник. Да, возможно, мы не мировая держава с мировым экономическим потенциалом и с каким-то там, не знаю, военным потенциалом мировым.
Но, по крайней мере, мы надежный союзник, мы последовательны в своих действиях, и на нас можно положиться в любой момент. И, как показала практика, да, нас немного, но наши ребята в новых регионах России себя показали с лучшей стороны, и они сейчас в авангарде вообще обороны на линии фронта, формируют уже дикую дивизию Донбасса. Вот, и, соответственно, показывают на самом деле, как важна сплоченность. Сплоченность вот в такие сложные моменты. И это на самом деле наши российские коллеги, они это все видят, считывают, понимают. Вот. И это на самом деле это укрепление просто человеческих отношений. И это самое главное. У России, несмотря на то, что много санкций и прочее, да, там пытаются ее изолировать, тем не менее есть надежные партнеры, друзья, союзники в этом мире. Как вы считаете, можно ли как-то вот через Россию, да, установить какие-то дружеские, экономические, а может и политические связи с этими странами? И каким образом вы это видите, можно сделать? Вот как дипломат, может быть, вы могли бы поразмышлять на эту тему? Да, конечно, могу поразмышлять на эту тему. Вообще, то, что сегодня в мире происходит, на мой взгляд, это процесс формирования новой системы международных отношений. Как мы знаем, предыдущие системы международных отношений формировались после крупных конфликтов, как и Первая мировая, и Вторая мировая войны. Ну и да, соответственно, сегодня тоже у нас идет крупный геополитический конфликт интересов больших держав, да. Вот и соответственно идет сложный процесс, и он не будет быстрым, на мой взгляд. Формирование новой системы. То есть мир делится на новые союзы, новые зоны влияния. И Абхазия, на мой взгляд, в этой новой системе, новой архитектуре займет важное место, потому что Абхазия и стратегически, и геостратегически занимает очень важную позицию не только в регионе Кавказа, но и в регионе, вообще в макрорегионе Причерноморья в целом. И здесь, конечно же, мы бы могли установить новые контакты и связи через Россию и с помощью России, с подачей России, скажем так, в новых интеграционных процессах, которые запускает Россия. Это и экономические, естественно, и политические союзы. Но здесь мы можем пока только рассуждать, да, но здесь нужно более, чтобы более конкретно об этом говорить, нужно сначала дождаться момента завершение вот этого процесса новой системы международных отношений, когда уже будет точно понятно, какие новые державы, какие зоны влияния себе, скажем так, застолбили. Вот тогда мы сможем понимать, какую роль в этом, в этой очень сложной геополитической шахматной доске, какую фигуру, если можно так выразиться, мы сможем себе определить. Ну, вообще, вот у меня ощущение, что процесс этот, ну, конечно, начался, но он все-таки на начальном этапе или вот ближе к середине, но еще не дошел. И достаточно по срокам, наверное, это не так просто. Или вы думаете, что это может стремительно развиваться ситуация? Вот как вы ощущаете, как политик и дипломат? Ну, знаете, сейчас на самом деле время вообще в целом сократилось. Все очень быстро происходит. И если брать по современным меркам, то этот процесс не будет быстрым. То есть если бы мы, допустим, если по историческим меркам брать, он, конечно же, будет быстрым. Но по нашим меркам, человеческая жизнь, да, он будет достаточно длительным. Это сложные процессы, они происходят, ну, как показывает история, там, раз 30 лет. То есть, а тут у нас не было уже таких процессов уже 75-80 лет. Поэтому накопилось очень много нерешенных вопросов геополитических, которые требуют разгадывания вот этого сложного пазла. И он, конечно, этот процесс займет время, несмотря на то, что вот у нас сейчас
на Ближнем Востоке вспых очередной виток, да, вот конфликтный. Там должен решиться вопрос. У нас в Карабахе решился вопрос быстро, да. То есть тут вот не угадать. Вот в Карабахе быстро решился вопрос. На Ближнем Востоке Палестина-Израиль видно, что затягивается. Это затянется надолго. Поэтому я совершенно вот с моей точки зрения это процесс не быстрый. Он займет от нескольких лет и может занять вплоть до 5-6 лет. Угу. А как вы считаете, все-таки какие наиболее такие опасные, серьезные, скажем так, вызовы, которые стоят перед Абхазией в связи вот с этой ситуацией, которая пока только развивается, и непонятно, как будет распределяться силы на этой шахматной доске, о которой вы говорите? Ну да, здесь, конечно, самые главные вызовы для Абхазии – это продолжить укреплять нашу государственность и развивать нашу экономику в таких сложных геополитической, в такой сложной геополитической ситуации, когда везде кризис, а нам надо укреплять свою обороноспособность, экономику, продолжать развиваться, не останавливаться ни в коем случае, потому что для нас это будет иметь серьезные последствия в будущем. Но при этом хочу также подчеркнуть, что не сомневаюсь в том, что Российская Федерация, как одна из крупнейших мировых держав, она все-таки добьется всех поставленных целей. У меня в этом вообще сомнений нет. И слава Богу, для Абхазии это хорошо, потому что когда ситуация в России благоприятная, и в Абхазии она благоприятная, и это нам позволит все-таки построить действительно процветающее государство. Конечно же, угроза со стороны нашего заингурского соседа до сих пор сохраняются реваншистские настроения и претензии на нашу территорию, и не подписан до сих пор мирный договор с Грузией. Вот эта угроза, конечно же, тоже сохраняется, и о ней ни в коем случае нельзя забывать, нужно быть бдительными и готовиться к различным сценариям, но я уверен, что наше Министерство обороны обдумывает, и наши вообще в целом силовые структуры готовятся и обдумывают все возможные сценарии развития. Мы не должны надеяться только на то, что в Грузии сейчас лояльное руководство, которое понимает, что нападение на Абхазию, открытие второго фронта, как это модно сейчас называть, что это, они понимают, что это будет фатально для них самих. Но мы не должны надеяться только на это, потому что новейшая история показывает, что в Грузии иногда к власти приходят откровенные, скажем так, тираны с проблемами, с психическими проблемами, да, вот с головой, такие как Саакашвили. И они могут просто принять решение даже в ущерб себе, но вот сделать это из принципа. И тогда, конечно же, от этого пострадает весь регион, абсолютно. От этого никто в регионе не выиграет, это точно. Ну, будем надеяться на положительное разрешение всей этой ситуации для Абхазии, вообще для всего мира, конечно, не хотелось бы сейчас делить как-то человечество, потому что действительно процессы непредсказуемые, действительно они сопряжены и с жертвами и так далее. Вот, я благодарю вас за интервью, надеюсь на дальнейший разговор на эту тему. Спасибо, всего доброго. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантания рассказал о важности взаимодействия Абхазии и России.